более недели интенсивных занятий, репетиций, мастер-классов. В рамках открытой летней творческой школы маленьких пианистов участники ежедневно занимались по 3 часа за фортепианом вместе с руководителем проекта Александрой Большовой. В школе обучились 17 ребят в возрасте от 3 до 9 лет. Итогом плодотворной работы стал ряд концертов и финальный гала-концерт. Юные пианисты сыграли произведения, которые разучивали на занятиях на протяжении всех дней школы. На мастер-классах я научилась тому, то, что надо, если долго играешь правильно, то тогда у тебя будет хорошее образование, и ты многому чему можешь добиться. Я сегодня выступаю с первым этюдом «Черни» и с хором охотников. На летней школе я научилась играть правильно и выполнять разные задания, чтобы играть хорошо. Немного трудностей было, но если разучивать все долго, то все получится. Очень сложно и потому что надо каждый день ходить в школу, чтобы очень-очень учиться хорошо на пятерку. Впервые в этом году в школе ребята учились концертмейстерскому мастерству. Каждый маленький пианист побыл на месте концертмейстера и сыграл в дуэте со старшими ребятами. Результатом такой экспериментальной работы был конкурс концертмейстерского мастерства. В каждой возрастной группе дети получили дипломы 1, 2 и 3 степени. В летней школе участвовали музыканты из Сарова и других городов. В фортепианном мастерстве дети приобретают новый опыт. Это другой педагог все равно с ними занимается. И педагоги приобретают много нового, потому что это методика Ртоболевская, хоть и известная, но ввиду того, что у нас есть готовые учебные программы, из-за этого мы работаем в рамках их. Соответственно, творческие школы позволяют эти рамки расширить и работать больше и больше и больше, и получать результат. У нас уже первые выпускники этой творческой школы стали участниками новых имен. Родители также были активно включены в работу летней творческой школы. Они вместе со своими детьми проходили этот непростой для юного пианиста путь. Присутствовали на репетициях, помогали и поддерживали, взаимодействовали с педагогами. За 9 дней для всех участников проекта провели много и развлекательно-познавательных мероприятий. В этом году летняя творческая школа маленьких пианистов атомных городов прошла в Сарове во второй раз. На закрытии школы всем ребятам вручили сертификаты участника и подарки. Светлана Ярунова, Руслан Лапшин, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.